Иван Шмелев – композитор, дирижер, педагог. С 1966 года его имя носит Сочинская музыкальная школа номер один. На курорте Шмелев жил с 1901 года. Преподавал музыку в ряде учебных заведений города, был регентом хора собора Святого Архангела Михаила, руководил различными светскими музыкальными коллективами. В 1910 году создал Сочинское отделение Русского хорового общества. С 1920 года Шмелев полностью посвятил себя педагогической деятельности, организовал целый ряд детских музыкальных коллективов. В 1921 году в своем доме открыл первую в Сочи музыкальную школу. В годы Великой Отечественной войны устраивал концерты детского хора и оркестра для раненых в госпиталях. Шмелев вместе с супругой вырастил, воспитал 19 детей-сирот и музыкально одаренных детей из отдаленных селений Сочи. Сегодня в городе его имя не раз звучало из уст руководителей учреждений культуры, школьников и просто тех, кто ценит историю родного города сочинцев. Посвятившему всю жизнь музыке Шмелеву музыкальное же приношение. В день его рождения концерт подготовили городские творческие коллективы.